В Люберецкой центральной библиотеке имени Есенина прошел музыкально-поэтический вечер Александра Гаджиева. Прозвучали авторские произведения и песни, написанные на стихи его друзей, многие из которых были в этот день на сцене и в зале. Творческий вечер Александр Гаджиев приурочил к своему 55-летию. Складывать слова в рифму он начал еще в школе. За славой, как и за количеством стихов, никогда не гнался. Карандаш и бумагу может не брать в руки неделями. Потом оно как-то само вырастало. Я понял, что это как сезоны года, зима, все застывает. А потом весной набирает силу, поэтому и весна в душе, она как-то в свое время в своих биоритмах набирает силу, все приходит. Секрет его творческого успеха – не стоять на месте и много работать. Результат будет того стоить. Вот идет человек, на плечах голова, в ней планета, и двор, и дрова, миллионы вещей, а вокруг зеркала, но его непрозрачны слова и дела. В зале аншлаг. И ни одного случайного человека. Это друзья, соавторы и почитатели творчества юбиляра. Он обладает потрясающими человеческими качествами, такими как порядочность, честность и человеколюбие. Мы гордимся, что мы являемся его друзьями. Он очень талантливый и замечательный музыкант. Сказать ему свое уважение, свое восхищение его талантом. И вообще пожелать ему всего самого-самого доброго и самого лучшего. Да, ну, полностью присоединяюсь. Да, Александр наш земляк из Малаховки, а Ирина из Раменского. Вот, у них замечательный ансамбль «Радуга», Малаховско-Раменский. Уже много лет существует. Они прекрасно поют на голоса. Александр Гаджиев родился в республике Коми. В Малаховке живет почти 40 лет. За это время он написал более 200 песен, и многие стали народными. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.